Известно, что Давид Манукян и Ольга Бузова расстались после нескольких лет отношений. Однако в детали нашумевшей ситуации артисты ранее не посвящали широкую публику. В тот момент все пророчили возлюбленным свадьбу и детей. Они казались абсолютно счастливыми, постоянно появлялись вместе на мероприятиях и выкладывали истории в личных блогах. Исполнитель радовал избранницу дорогими подарками и шикарными букетами. В какой-то момент они даже сыграли свадьбу на острове. Как оказалось, мероприятие не имело никакой юридической силы, а было просто трогательным шоу для двоих и поклонников. Позднее Ольга Бузова рассказала, что организаторы даже отобрали у них кольца после мероприятия и намекнула на то, что вскоре может случиться и настоящее торжество. Однако вместо теплых признаний пользователей сети ждал скандал. Пара рассталась. Ольга Бузова обвинила Давида Манукяна в изменах и домашнем насилии. Он долго не прерывал молчание, но теперь время пришло. Исполнитель появился в новом шоу Иды Галич. Он сообщил, что в самом начале их отношений ему казалось, что все прекрасно, и они созданы друг для друга. Позднее он понял, что все не совсем так, и они совсем разные люди. В какой-то момент Манукян расплакался и сделал главное признание. «Я сделал ей предложение через 3 месяца», – тихо произнес он. По словам Давида Манукяна, он делал это первый раз в своей жизни. Все случилось в Италии, где артист организовал целый квест для возлюбленной, в конце которого она нашла кольцо известного элитного бренда. Рэпер верил в то, что это навсегда, и боролся до конца. Он заявил, что никогда не изменял Ольге Бузовой и не поднимал на нее руку. Также певец выразил надежду на то, что однажды дива прекратит прятаться и расскажет об истинной причине их разрыва.